Сегодня в нашем городе открылся первый этап третьего зонального конкурса фестиваля «Юные дарования». Этот конкурсный день был посвящен живописи и проходил в художественном отделении детской школы искусств. Испытать свои творческие возможности решились 19 начинающих художников. Сегодня начинающие художники из городов Лабытнанги и Салехард в трех возрастных группах решились побороться за звание лауреатов конкурса «Юные дарования». Задача перед участниками конкурса стоит непростая. В течение 4 часов самостоятельно, без подготовки и подсказок преподавателей, выполнить сложный натюрморт простым карандашом. Чтобы успешно нарисовать рисунок, нужно сравнивать, соблюдать пропорции, измерять высоту, ширину. Дарья Кушниренко 9 лет занимается в художественной школе. Неоднократно девушка участвовала в различных конкурсах, где становилась победителем и призером. Юная художница отдает предпочтение изображению на бумаге действительности красками. Но сегодня задание иное. Я это делала для души, мне как бы это очень нравилось. С самого детства у меня мама еще рисует. Да, меня это успокаивает. Пока юные художники творят, преподаватели заняли места за партами. Сегодня в роли наставника выступает ямальский художник Андрей Вахрушев. В ходе мастер-класса он поделился различными приемами в обучении детей искусству. Такие вот занятия, они полезны не столько как обучающие, сколько именно получение новых каких-то приемов, новых каких-то элементов в обучении. Они очень важны, потому что когда появляется что-то новое, преподаватель по-другому начинает работать с детьми, у детей появляется новый интерес. И педагоги, и начинающие художники получили отличный опыт, а лучшие – заслуженные награды. Сегодня в младшей группе лучшими были признаны работы Алены Никитиной. Антон Трофимов стал победителем среди старшеклассников. В средней группе лауреатом первой степени признана Анастасия Васина. Все трое – воспитанники Лабытнанской художественной школы.